Кировской области в начале этого года были созданы добровольческие округа. Своеобразные центры добрых дел появились в 5 муниципальных образованиях. На днях презентация округа «Фортуна» состоялась в Вятских Полянах. Репортаж Людмилы Агалаковой. Встреча волонтеров из южных районов Кировской области – событие знаковое. Это начало истории построения добровольческого молодежного движения одного из 5 округов регионального проекта «Вятка. Территория добровольчества». Мы занимаемся развитием молодежного добровольчества в Кировской области достаточно давно, уже с 2001 года. У нас очень много разных наработок, и мы бы хотели, чтобы у нас появились опорные добровольческие округа, некие такие площадки, которые могли бы сами выступать ресурсными центрами у себя в районе и в ближайших районах в том числе. Ну вот, чтобы люди, молодежи, которая проходила через этот опыт, через опыт получения добровольческой деятельности, становилось все больше. Ну а тем, кто в хорошем смысле заболел волонтерством, было что рассказать о своих добрых делах и социальных проектах. Самый богатый 7-летний опыт молодежного добровольчества представили волонтеры отряда «Путь к успеху» из Вятских Полян. Основная цель отряда – профилактика негативных явлений в подростковой молодежной среде. И мы сейчас уже расширили рамки деятельности отряда. Мы занимаемся и благотворительной, и патриотической работой. Оказываем помощь ветеранам. И если одним еще предстояло узнать, как расширить свою добровольческую деятельность до международных масштабов, то волонтер из Вятских Полян Андрей Смольников уже поработал в международном добровольческом лагере «Трамплин-2012» и понял, что он на правильном пути. Иногда дни просто так уходили, а сейчас я понимаю, что могу сделать какой-то вклад, помочь людям, и это мне нравится. Быть на передовых позициях – это в духе людей, которые связали свою жизнь с молодежным волонтерским движением. И они охотно постигали уроки добровольчества на мастер-классах, которые проводила команда специалистов и волонтеров из Кирова. Да, конечно, это очень интересно – делиться с другими людьми своим опытом, получать от них какие-то новые знания, навыки. Ну, я думаю, что волонтерство помогает людям стать добрее. Чтобы территория добровольчества становилась шире, а деяния волонтеров полезнее и заметнее, нужно лишь более тесное сотрудничество с властью и бизнесом. Чтобы они перестали относиться к молодежи как к ресурсу, который нужно эксплуатировать, подмести дворы, а видели в них реальных партнеров, которые могли бы вместе и с помощью взрослых, и в партнерстве со взрослыми делать очень важные дела для нашей Родины, для нашего района, для наших областей. Людмила Агалакова, Андрей Третьяк, «Вести», Кировская область.